Алло, здравствуйте, это Инна? Да. Меня зовут Наталья, я ведущий менеджер Центра развития предпринимателей. Мне ваш телефончик дала Женя Чайковская. Угу. Мы сейчас подбираем сотрудников, а она охарактеризовала вас как очень положительную и приятную девушку, а нам такие как раз нужны. Скажите, вам удобно будет сейчас уделить мне минут 5-7? Предлагаю наш разговор провести так. Вначале я вам задаю несколько вопросов, а потом перейду к сути предложения. Хорошо. Скажите, в какой сфере вы работаете? Ну, на данный момент пока не дома. Буду выходить на работу через месяц. Ага. А до этого где работали? Торговля. Торговля, хорошо. Да. Замечательно. А скажите, кем вы по жизни себя чувствуете больше, вне зависимости от места работы? Исполнителем или руководителем? Исполнителем. Хорошо. А скажите, у вас доступ в интернет с компьютера или с телефона? С компьютера. Замечательно. И последний вопросик. Задумывались ли вы когда-нибудь о своем деле? Хотели бы попробовать работать на себя? Попробовать можно, да? Хорошо, тогда я вам рассказываю о сути нашего предложения. Наш Центр развития предпринимателей помогает заинтересованным людям создавать свой собственный бизнес, не выходя из дома. При этом используют проверенные технологии и наш опыт. Сейчас у нас очень хорошие результаты, и я хочу сказать, что очень важно, чтобы работа оплачивалась, потому что на сегодняшний день очень часто бывает так, что человек отработал определенное время или прошел стажировку, а ему говорят: «Извините, вы нам не подходите». Слышали вы такое, что бывает, о том, что такое бывает? У меня такое было. У вас такое было? Ой, как неприятно. И чтобы у нас такого не было, наш центр подобрал себе в партнеры очень надежного, можно сказать, работодателя. Это крупный предприниматель, известный европейский бренд, шведская компания Oriflame. Я думаю, что вы о такой слышали. Ну, конечно, я тоже это занималась. Отличненько. Но вы знакомы с каталогом, консультантом и продукцией? Конечно. Так, отличненько. А когда-то это когда? Насколько давно? Точно. Так, но у нас немножко другая деятельность. Мы помогаем компании Oriflame создавать крупный товарооборот и получаем процент от выполненной работы. А что для этого нужно? Мы помогаем организовать интернет-магазин. Получается, у каждого, и создаем сеть интернет-магазинов, у каждого свой интернет-магазин, и за их товарооборот каждый получает свои проценты. И получается, у нас мы работаем по договору, зарплата идет на карточку официально и 17 зарплат в году. О такой возможности вы слышали? Ну да, что-то слышала. И как вам такое предложение? Ну, конечно, это для всех заманчиво. Заманчиво, да? Тогда у меня к вам такое предложение. У вас есть электронная почта? Да. Замечательно. Давайте вы мне вышлите на мой вот этот номер телефона свою электронную почту, а я вам на нее вышлю дополнительную информацию. Это первое письмо. И оно будет не столько о сути бизнеса, сколько о сфере, в которой мы предлагаем вам работать. Если у вас будут вопросы, вы их все записываете на листочек. Мы с вами созвонимся и обсудим. Хорошо. Хорошо? Все, значит, я жду ваш телефончик. И скажите мне, когда мне можно будет вам перезвонить, чтобы обсудить эту информацию. Ага. Давайте я вас наберу в воскресенье. А в какое время вечером? Ну, может, как сегодня. Где-то после 5. После 5. Все, замечательно. Юля, жду вашу электронку. Ой, извините, Инна. Жду вашу электронку, и я высылаю вам письмо.
Хорошо. Ага. Всего доброго вам, приятно было познакомиться. Да, до свидания.